Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядзіце у гэтым выпуску. У православных вернікаў працягваюцца калядныя святы. Аб'ёмы здабычы беларускай нафты ў 2017 годзе павінны павялічыцца. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. Ва ўсіх праваслаўных храмах Беларусі прайшлі святочныя богаслужэнні з нагоды дня нараджэння Хрыстовага. Не стаў выключэннем і храм у вёсцы Раманавічы Гомельскага района. Разам з іншымі прыхаджанамі на літургіі пабываў Олег Сінцероў. Ранішняя літургія ў Раманавіцкім храме святіцеля Мікалая Цудатворца пачалася каля 9 гадзін раніцы. Разам з вяскоўцамі ў царкве жыхары яшчэ некалькіх блізлежачых населеных пунктаў. 11-гадовая Ганна Бабкова прыехала разам з бацькамі. Кажа, што ў іх сям'і трое дзяцей і Рождество Христово означает все разом, как одно из самых главных святов. То, что в этот день Христос, он появился на свет, то, что это очень праздник, очень замечательный, главный праздник, один из главных праздников, как Пасха, можно так сказать. Мы готовим всякие угощения, славим Христа, молимся. Сваім храмам жыхары вёскі Раманавіча ганарацца, будавалі яго 2 гады, і за гэты час практычна кожны аказаў нейкую дапамогу. Калі папярэднюю царкву ў вернікаў адабралі, яны звярталіся з просьбамі да тагачасных уладаў вярнуць будынак. Калі ён згарэў, многія не ўтоявалі смутку. Богу уподобил нам, пришла женщина одна и сказала, давайте мы сделаем, у нас церковь построим. Ну и со всеми людьми вся, собрались все, поехали, попросили благословения у владыки и построили здесь нам церковь. Мы помогали все, здесь много людей помогали. Богослужение с нагоды дня нараджения Христового у новом храме святителя Миколая Цудотворца протягивалось больше за годину, але отчувание свята застается как минимум на несколько дней. Причем шмат кто из вязковцев обещает обовязково прийти еще и на наступное богослужение. Слава Богу, жизнь на нашем приходе, в нашей деревне налаживается. С каждым годом все больше и больше прибавляется у нас прихожан. Вот, мы очень этому рады. И благодарим Бога за то, что Господь сподобил вновь поселиться в нашей деревне и послал нам небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Больш як 300 дзяцей са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў запрасілі на дабрачынную калядную ёлку. Гомельская праваслаўная епархія па традыцыі арганізавала яе на тэрыторыі Спаса Преображэнскага храма. Удзельнікаў свята чакала шмат цікавага. Для іх падрыхтавалі насычаную забаўляльна-пазнавальную праграму, у якой спалучыліся элементы народных традыцый і рэлігійнай культуры. Сюжэт тэатралізаванага прадстаўлення зразумелы ўсім. Нарадзілася немаўля, якое прынесла на зямлю новую эру хрысціянства. Дзеці змаглі паўдзельнічаць у шматлікіх конкурсах і гульнях. Дарослыя ў сваю чаргу атрымалі магчымасць наведаць дабрачынны кірмаш, дзе можна было набыць паштоўкі, зробленыя прыхаджанамі храма. Завяршылася яскравае прадстаўленне святочным феерверкам. И несмотря на такую холодную погоду, у нас праздник состоялся. Дети, мы видим на лицах детей улыбки, это самое главное. В этом году он у нас немножко своеобразный. Мы сделали дом Деда Мороза, уже 3-й день к нему не закрывается дверь. Поэтому хочется поздравить всех с Рождеством, пожелать здоровья, сил крепких, помощи Божией, и чтобы у нас была в сердце радость. По доброй традыцыі ў Рождество адбыўся і галоўны калядны канцэрт. На сцэне ні аднаго запрошанага замежнага артыста. Усе выступленні ладзілі таленавітыя гомельскія калектывы. На працягу амаль 1,5 гадзін у сценах грамадска-культурнага цэнтра гучала духоўная і эстрадная музыка. Сваю творчасць прысутным падарылі прафесійныя і аматарскія гомельскія калектывы, якія выконвалі лепшыя творы са свайго рэпертуару. На працягу ўсяго вечара ў залі панавала атмасфера сапраўднага свята. Гэта час цудаў і падарункаў, свята адзінае для ўсіх. Для сапраўдных вернікаў нараджэння Хрыстова дае надзею, напаўняе жыццё шчырай радасцю і добрымі чаканнямі. Гэта час рэалізацыі жаданняў, міласэрнасці, міру і любові. Свята Рождества Христова стала на гэтым тыдні таксама тэмай актуальнага інтэрв'ю. За адказамі на свае пытанні наш корэспандэнт Вероніка Варашыліна звярнулася ў Гомельскую епархію Беларускай Праваслаўнай Царквы да епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Стефана.
Здравствуйте, Владыка. Рождество Христово является одним из главных христианских праздников, который всегда отмечался с особым благоговением. Давайте сегодня поговорим о традициях его празднования. Добрый день, Вероника. Добрый день, многоуважаемые наши телезрители. Конечно, Рождество Христово является как бы праздником, который подготавливает нас к вечности, еще к одному празднику, к воскресению Христову. Но сложилась традиция не только в русской церкви, а и во всей православной церкви, в церкви западной, в том, что Рождество Христово – это праздник семейный, праздник счастья, праздник радости, праздник, который несет надежду на будущую жизнь, который нас приближает к воскресению Христову, в котором мы обретаем Царство Небесное для вечной жизни. Рождество – это время добрых дел и исполнения самых заветных желаний. Какие благотворительные проекты, приуроченные к этому празднику, реализует Гомельская епархия? В предрождественские дни есть особые такие благотворительные акции, которые именно проводятся перед Рождеством и в рождественские дни. Это акции наших новогодних архиерейских елок. Уже были проведены такие елки, и мы обхватили более 500 человек, ребят. Это из семей священников, ребята, дети. Это ребята с многодетных семей, это с неблагополучных семей. Дети-инвалиды не только с города Гомеля, а и из районов, входящих в нашу Гомельскую епархию. Также всегда в Рождество Христово или в канун мы посещаем детскую городскую больницу, посещаем хосписы, посещаем инвалидов, посещаем одиноких людей, престарелых, чтобы как-то наполнить ихнюю жизнь смыслом праздника, чтобы люди почувствовали, что приблизился светлый праздник Рождества Христова. Ну и, конечно, проекты благотворительные, они идут целый год в Гомельской епархии, и мы призываем многих людей подключиться к этим проектам. Это и помощь детям в лечении, и в нас, в государстве, и за границей операции, которые детки проводят. Мы собираем средства и перечисляем. Вот в канун буквально Рождества Христова я подписал тоже помощь 4 деткам по 2000 новых рублей, чтобы как-то хоть чуть-чуть помочь им в лечении, в то, что надо оплатить за границей в лечении. Какие планы у Гомельской епархии на ближайший год? Планируется ли открытие новых храмов? На сегодняшний день Гомельская епархия состоит из 162 приходов и 4 монастырей. То есть еще расширяться в какой-то мере смысл есть, потому что еще многие населенные пункты, люди желают иметь свои храмы. А в городе Гомеле на сегодняшний день 25 приходов зарегистрированы, и из них еще 3 не имеют своих земельных участков. Поэтому у нас вот такое желание, что в этом году наступившем мы должны получить земельные участки, где бы начали делать архитектурные проекты храмов и в будущем возводить эти храмы. Гомельская земля привлекает гостей не только живописными пейзажами, памятниками истории, архитектуры, но также святыми местами. Пожалуй, один из наиболее ярких примеров – это город Туров. Как вы оцениваете перспективы паломнического туризма? Вы упомянули город Туров. Город Туров, наверное, на всю жизнь в моем сердце останется, как один из древнейших городов Белой Руси, где была моя первая кафедра и где были величайшие святители. Сегодня мы имеем в Турове очень большой культурный православный центр, собор в честь святителей Кирилла и Мефодия, который относится именно к Туровской епархии, но это наша Гомельская земля, она объединяет нас. Мне бы хотелось сказать, что у нас еще второй духовный центр в Гомельской области, в Гомельской епархии есть. Это монастырь святого праведного Иоанна Кармянского в Добрском районе, куда к мощам батюшки Иоанна едут тысячи и тысячи паломников.
и где люди получают исцеление. Это многие святые источники, к которым приходят наши люди. Многие чудотворные иконы, которые находятся в наших храмах, прекрасных храмах. То есть, кто желает духовно насладиться духовной пищей, он всегда найдет дорогу до святыни на нашей белорусской земле, на нашей Гомельщине, чтобы наполнить свое сердце божественной благодатью. И в конце нашей беседы, Владыка, хотелось бы от вас услышать в эти рождественские дни добрый совет и пожелания в адрес наших телезрителей. Мне хочется пожелать вот доброго здоровья, любви, счастья, благополучия, чтобы Господь хранил всех нас, хранил нашу Белую Русь, наше прекрасное государство, в котором мы с вами живем, и которое столько дает каждому человеку, заботясь о нас. Пусть Господь хранит всех нас в мире благополучия и любви. И каждый из нас пусть ищет в своем сердце дорогу к храму. Спасибо, Владыка, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарим вас за интересную беседу. Я благодарю вас, Вероника, и благодарю наших телезрителей, которые были с нами в это время. Дай Бог всем мира, добра и любви. На многое благое лето. Объемы здобычи белорусской нафты у 2017 годе повинны повеличиться на 5000 тонн. Такая информация была огучена подчас наведывания журналистами нового нафтового родовища. Подробязности гэтая, так само инших подей экономичного життя региона у огляде Дмитрия Котова. Новое родовище, якое атрымала назву Вугальская, знаходится у Рышицким районе каля агрогородка Бабичи. Сейсморазведывальные работы, якія проводились тут у 2014 годе, подтвердили наявность великих запасов сыровины. Зараз яны оцениваются у 1 700 000 тонн. Глубиня сведровины 5218 метров. Зараз суточная сдобыча складая 40 тонн, причем якость нафты оценивается як высокая. Больше докладная оценка запасов нового родовища будет зроблена у гэтым годе подчас бурения еще одной сведровины. Разведка месторождения позволит оценить его добычные возможности, подсчетные параметры и определиться с извлекаемыми запасами. Это планы 2017 года. Объект интересен тем, что находится рядом с действующими промыслами, поэтому ввод его в эксплуатацию будет достаточно быстр и эффективен. Нефть легкая, хорошо пахнет. На мой взгляд, можно заправлять в автомобиль. Сложностью является это большие глубины. Открытое акционерное товариство «Гомсельмаш» сёлета выпустить первую партию початкоуборочных комбайнов по лесе МС-6, которые призначены для уборки кукурузы. На думку керавництва предприятия, яны будут запотребованы у спожилцов, покольки каштуют удвоя меньше, чем замежные аналоги. 2017 год у Вогули будет напруженным для коллектива науково-технического центра комбайнобудования. Зараз распочалася сдача рабочих шартяжов новых зернеуборочных комбайнов. Яны пройдут проверку подчас ближайшего жнива. Конструкторы распрацовывают три оригинальные модели, которые позволят значно повысить агульный уровень выпускаемой предприемством продукции. Так само існуют планы по распрацовке новых моделей буракоуборочной и хлопкоуборочной техники. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Открытый Кубок Беларуси по сучасным пятиборье с 9 по 11 студеня пройдет у Минску. Споборничать будут спортсмены с Беларуси и Литвы. За медали позмагаются и представники Гомельской области. Об інших отметных подеях спортивного життя региона у наступные 7 дён расскажет Максим Савин. После новогодних каникул обновляется чемпионат Беларуси по хоккею в экстрализе. Наступный тыдень будет насыщенным. 10 студеня Гомель на выезде гуляет с Неманом, Жлобинский Металлург с Динамо Молодечно. 12 студеня Рыси отправятся в столицу, где сустрянутся с юнацтвом. Сталевые Вауки у Гродно проведут поединок с Неманом. 15 студеня ободу представника нашего региона проведут домашние матчи. Гомель будет принимать на своем льоде Солигорский Шахтер, Металлург юнацтва. 14 студеня баскетбольный клуб «Гомель-Сош» проведет первый матч чемпионата Украины в 2017 году. Соперник «Горизонт». Встреча отбудется у Минску. Представник региона в мужчинском чемпионате команда «Гацар» на наступном тыдні двойче сгуляет с витебским «Рубоном». Гульни отбудутся 13 и 14 студеня у Гомеле. Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель». Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием подій у Гомеля в области. Заставайтесь с нами.